Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Как вы уже видите, подошла к концу сборка, покраска бронеавтомобилей Века от фирмы Италери. И сегодня хочу показать как бы финальную фотосессию, видео, какая получилась модель. Хочу повториться, моделью очень доволен. Модель сделана очень хорошо. Сборка прошла быстро. Стыкуемость деталей на высоте. Понравились колеса. И вообще сама модель в сборке очень понравилась. Вот. Красил я, как если вы смотрели ранние части, в трехцветный натовский камуфляж. И делал его под итальянский контингент войск в Афганистане. Как вы знаете, бронеавтомобиль сам итальянский. Поэтому я и решил его сделать итальянским. Хотя вариант набора позволял сделать разных стран. Там Испанию позволял сделать, Словакию. Тоже можно было сделать, но опять же там для группировки войск или в Афганистане, в Ираке, или можно было просто сделать натовскую версию. Фотографий как бы в интернете очень много данного бронеавтомобиля. Ну, я вот решил сделать как бы такой вот трехцветный натовский камуфляж. Мне он нравится. Сам автомобиль очень красиво смотрится. В наборе можно было сделать или 3, или 4 версии автомобилей. Можно было делать без антенн, можно было делать с бронещитками, также с различными антеннами можно было вариантами сделать. Но опять же, там для разных стран свои бронеавтомобили. Можно было без лебедки делать, без решетки передней. Мне как бы вот этот вариант понравился, и я решил его воплотить в жизнь. Вот. В конце видео будут фотографии, там, может, будет более четко видно. Примерно прикинул его на асфальт от фирмы Пластмастер. Барнаульская фирма такая модельная выпускает данный асфальт. Я его посмотрел, мне очень понравился. И как бы действительно, если делать какие-то диорамки или виньетки, подставочки, можно этот асфальт красиво обработать там. Я еще попробую сделать что-нибудь. Типа шлагбаума или мешков с песком. Типа блокпоста. Ну, пока я просто прикинул посмотреть вообще, как смотрится этот автомобиль. Может, не этот автомобиль буду делать на подставке, а потом что-нибудь другое. Еще сам не определился. Короче, будет видно. Вот. Сейчас хочу показать вам сам асфальт поближе. Как бы я сделал фотографию, показать его структуру. Сейчас покажу на видео. Ну вот, друзья, можете посмотреть структуру асфальта. Выглядит довольно-таки неплохо. По размерам прямоугольная вот такая вот пластинка. Толщина где-то около 6-5 миллиметров. Кому нравится, можете покупать. В интернет-магазинах должен быть, особенно в России. Также у меня видео по продукции фирмы Пластмастер. Есть сайт барнаульский, можно заказать у ребят напрямую. Я думаю, они с удовольствием вышлют свою продукцию.
Также моделистам с Белоруссии напоминаю, что можно заказать данную продукцию в магазине Model Stand. Спасибо, друзья, за просмотр. Спасибо за комментарии в моих видео. Кто не подписался, подписывайтесь на мой канал. Спасибо большое вам за просмотры. Всех благ вам и вашим близким, друзья.